Все, у меня 30 минут времени на видео. Ой, Полька, привет! Волонтерство и эстетика подъезда русского, российского. Вон там весна, а здесь зима. У нас вчера снег выпал. Вчера выпал снег, как бы у нас уже иногда чуть ли не 20 градусов доходило, а тут, здравствуйте, снег. Ну, ничего страшного. Ё-моё! Полька. Солнце светит, да? Нужно было очки взять. Мы уже приехали на волонтерство, скинули куртки, потому что очень жарко. Нам сказали тепло одеваться, но жарко. Вот снег еще лежит. Раз, два, три. Смотри. Ну, блин, зарядь место. Хочу вообще ввести в курс дела, что здесь происходит. Я сегодня, а также Ваня и Полина, волонтеры на соревнованиях по роликовому катанию. Мы находимся в парке. Завтра также будут соревнования, только уже в зале. И в воскресенье, то есть через 2 дня, соревнования будут у меня. Я буду соревноваться фигурное роликовое катание. Вот так называются мои соревнования. Вот, так что я буду эти все 3 дня снимать и потом все умещу в один ролик. Я надеюсь. Вот так вот. Мы наконец дотащили снег. Сейчас идет награждение детей. Ой. Открытие соревнований. У меня же награждение, я, видимо, так хочу домой уже. Красиво. Красиво. Че? Тикток? Тикток? Влог, влог, тикток. Влог, влог, ютуб, ютуб. Ютуб, ютуб. Ютуб, ютуб. Ютуб, ютуб. Поехали. Поехали, все поехали на брод. Какие у нас обязанности, нам никто не сказал. Почти 4 часа мы стоим. Мы очень счастливы. Да. А мы стоим, говорим детям не заходить за стулья. За вот эти. Да. 10 минут перерыв. Мы идем за кофе. За кофе. Нам холодно. Мы хотим кушать. Саша, кофе. Кофе, кофе. Может, в другую сторону можно было идти? Бегом за блинчиками? Кофе, кофе, кофе. Сейчас уже идет награждение. Мы сколько кушаем блинчики. И идем на само награждение. Мы убирали скотч с асфальта. Вот. Так что вот. Не, смотри. Более-менее.
Голова. И голова не обута. И мозги. Салатик. Я даже так летом не чувствую. Ой. Итог сегодняшнего дня. Я была на волонтерстве с 11 до 6. Потом я съездила за платьем. Я вставлю, покажу, какое платье у меня будет. Точнее, какие. У меня в воскресенье соревнования, я выступаю сама. И также соревнования будут в мае, но это уже потом будем об этом говорить. Завтра также у меня волонтерство. Я не помню, говорила я об этом или нет, потому что, если честно, моя голова уже не варит. Мне нужно сейчас быстро сделать уроки и ложиться спать. Потому что это что-то с чем-то уже. Так что спасибо за сегодняшний проведенный день. Завтра. Мы в зале с 8 утра. Ну, немножко опоздали, но опустим это. Сейчас мы уже там конусы всякие, не конусы расставили, расклеили, под ними наклейки. Сейчас будем сидеть и ждать, пока соревнования закончатся, потому что сегодня у нас еще у самих тренировка, потому что завтра мы выступаем. Я хоть и поспала 4 часа, но выспалась, и несмотря на субботу, 8 утра, уже 9:30. Нам сказали сделать кофе, а где кофе? Вот. Но у нас нет ложек, пальцы мы насыпать не будем, поэтому ждем. Где ложки? Ложек нет. Конфетки. Обзор на конфетки, на сладости всякие. А мы все еще сидим. 10:30. И соревнования только недавно начались. Решила подрабатывать фотографом. Это что? Звук? Трансформатор этот работает. Скачок напряжения. Сколько чаев, сколько красоты просто. За доставкой. А где она еще? Солнышко светит. О, полки. Я забрала доставку. Не для нас, а для судей. Место жительства, мы тут обитаем. Заказали себе тиханы, чай у меня с розой, а эти два не знаю с чем.
Мы вот сейчас будем кушать, потому что у нас перерыв. Нас согнали, поэтому пришли в наш кабинетик для еды. Вкусно. Кушаем. Так выглядит Тихан. Очень красиво и аппетитно, и пахнет просто божественно. У меня с креветками, у Полины с креветками, а у Вани со свининой. Покажи. Будем кушать. Мы уже поели, лежим, отдыхаем. Нам не скажется, что 4 часа. И 1 час из этого наша тренировка. Сейчас дети будут прыгать в высоту, а мы спать. Все, спокойной ночи. Мы приехали брать еду в столовую. Ну что вы думаете, мы забрали эту машину? У нас уже закончились соревнования, ну как у нас, у детей. Сейчас я уже обувалась в ролике, но решила разуться, потому что ноги болят. Вот, но через 10-20 минут тренировка наша. Так что все еще сидим, все еще ждем. Там сейчас вознаграждение, я так рада за детей, за ребят вообще, умнички. Наш грязный стол и вот это. У нас уже закончилось волонтерство, я уже не выговариваю буквы. Мы приехали на лед, я уже обуваюсь в коньки. Сейчас буду катать программу, и все, и хватит, и домой. Сегодня ни криски, ничего делать не буду, просто приду и лягу спать, и все. Если честно, я сейчас прыгаю и совсем не соображаю, что я делаю. Настолько я устала. Ну, 12 часов на волонтерстве — это какой-то ужас. Вот. Песня подходит. Короче, сейчас катаемся. И потом едем домой. И сразу ложимся спать, потому что голова не варит. Я устала, все устали. Я уже приехала домой. Сейчас ничего не буду делать, как и говорила, а просто лягу спать, потому что сейчас я ехала в такси, и мне уже какие-то сны снились, ну, понятно. Ой, я как будто загорела. Спокойной ночи. Второй день волонтерства закончился. Завтра последний день соревнования уже у меня. Доброе утро, а точнее уже день. Я уже была на тренировке, ничего не снимала, потому что не успевала. Сейчас поставлю на привычное место наше. А сейчас я уже собираюсь на соревнования. Сейчас делаю прическу. У меня будут опять мои любимые дульки. Я их очень люблю. Но только сейчас мне... Ой, мамочки, спилька вылазит. Мне надо сейчас их очень сильно закрепить, потому что иногда они у меня получаются очень не... надежными. Вот, поэтому сейчас будет очень много шпилек, как сейчас там их уже очень много. И еще я также закреплю челку, чтобы она не мешала во время того, как я буду откатывать программу. Вот. Вот так я выгляжу, я уже собралась, прическа, сережки, заколка, немного подкрасилась. И вот мое платье. Там на спине крылья. Крылышки. Вот. Так что сейчас уже будем собираться и выезжать. Два ангелочка, а вот демон. Ангел и демон, я же вам говорила. Можешь ромбик за это планировался? Ну, ко мне ромбик. Вот этот, у меня вот просто. Куда тебя вынести? Давай, мы опаздываем. Поскорее чуть-чуть ходи. Мы уже обулись, ей нужно зашнуроваться. Вот, честно, страшно. Вот, но мы держимся. И вообще нормально. Мне уже 1000 раз сказали не дергаться. Свейк. Мы такие белые. Я могу принести, сейчас принесу. Стоим на первом месте. Я на втором. Снимаю на мамин телефон, потому что мой телефон где-то. Они не телефон? Нет.
Я потом вставлю, как я каталась. Ну, не вот сюда, а на большом. Мама телефон забирает. Мы сейчас приехали в космос. Я думаю, вы знаете, что это такое, потому что я здесь уже была, когда покупала одежду. Мы идем есть и отмечать победы наши все. Знакомые места. Мы в прошлый раз сидели вон, как, где рука? Вон там. А сейчас сидим здесь. Более медалько. Иди сюда, садись, погрызем. Ваня! Иди грызь медаль. Вань, медаль грызть. Иди сюда, грызть будем. Я. Ну, у тебя медаль нет. У меня есть, только домой надо ехать. Да мы приедем, мы погрызем. Все вместе. Все вместе. И Полька с нами. Точно? Если не точно, я тебя убью. У меня точка смазалась, елки. И тебя. Я же влог снимаю. Когда я стала язык высовывать так? Как звали няню Александра Сергеевича Пушкина? Арина Родионова. Видео. Вот она. Вот, все. Опять здесь. Себе не изменяем. Я взяла филе с ананасом под сыром, цезарь и также клубничный смузи, но его сейчас готовят. Я уже дома. Сейчас стою, расплетаю свою прическу. У меня в каждой дульке столько шпилек, какой-то ужас. А то не развалилась точно. Что могу сказать? Я получила первое место.
Вот моя медаль. Вот грамота. В следующий раз буду идти уже на третий юношеский. Но я очень довольна собой, потому что я очень волновалась. Очень. Потому что это первые мои соревнования в жизни. И я не знала, как бы смогу я, не смогу. И я вышла, и даже не волновалась, я не думала, что на меня смотрят. Раньше у меня было очень... Я очень боялась публики. Боялась перед людьми выступать, как бы... А сейчас я это очень сильно пытаюсь перебороть, и у меня это получается. Там всякие конкурсы, не конкурсы. И я счастлива. Со мной в категории была девочка сильная. Она должна была идти на третий юношеский, но... из-за травмы ноги пошла на юный фигурист, как я, и как бы программа у нее была для юношеского, но я ее перекатала. Я не думала, что так возможно, что я смогу так сделать, потому что ой, шпильку упала, потому что, ну, я уже была готова на первое, ой, на второе место. Я же думала, ну, второе, ой, как прикольно. Спасибо большое, что были со мной все эти три дня. Они подошли к концу. Два дня волонтерства и третий день соревнований. На третий день я снимала не очень много, потому что все-таки волнительно очень было. Спасибо большое, что были со мной, провели со мной эти дни. Я вас люблю, целую и обнимаю. А еще хочу сказать, дальше больше. Классные. Все, так завтра в школу и пойду.